Всем привет! Вы на канале GameDog. Это игра The Final Station, и мы продолжаем в ее играть. Приехали на очередную станцию и будем смотреть, что же на этой станции происходит. Станция, как понимаю, какая-то подземная, потому что мы в какой-то шахте. Так что, возможно, это какая-то подземная шахта. Вижу здесь люк канализации. Так, красный свет. Это свет тревоги. Я уже боюсь туда вверх подниматься. Ну, вроде бы там никого нету. Так, вот еще. Куда-то спуститься. На, Скулочка запинал его! Скулочка запинал его. Так, я взял унитаз. Я ж не просто так его взял. Я его хочу использовать. По назначению. На тебе, вдышло. На. Отлично, я уже четверых уже убил этих зомбаков черных. И не потратил ни одного патрона. Пипец я экономливый. Штаны. Ребята, мы походу дожились. У нас полная ништи... Это... Мы полные бомжи. Потому что даже штаны с трупа сняли, чтобы 3 бакса заработать. Сейчас выше поднимемся, тут пособираем то, что лежит в шкафчиках. Еда — это хорошо. И здесь какая-то записка или это сообщение на ноутбуке. Джош, я решил предупредить тебя. Ходят слухи, что в следующем месяце к вам может приехать инспекция. Надеюсь, проблемы с вентиляцией решены? Знак вопроса. Наверное, уже пофиг на эти проблемы, потому что... Уже эти проблемы никого здесь не волнуют, ребята. Так, еще шахта вниз. Лестница наверх. Заперта. Так, сначала наверх поднимемся. Так, налево-направо. Ящик. На! Ого! На! Всех перебили. Какой я молодец. Уже столько всего... Стольких уже убили. Блин, чувак, он меня перепугал. Сейчас я к нему подойду-ка. Здесь вроде бы какая-то записка была на столе. Давайте ее прочитаем. Генри, есть информация, что уже через 2 недели на нашу станцию прибудет инспекция. Постарайся привести кухню в нормальный вид. В нормальный вид! Генри! Иди на кухню, уберись. Но Генри, походу, вот он сидит. Как видим, у него белые глаза. Он сидит в полной темноте. Что-то такое мелькает вот на заднем плане. Как будто мы внутри поезда. Но нет, мы на станции. Это, наверное, огни проезжающего мимо поезда. Давай с Генри поговорим. Что? Что? Ничего. Чего ты в темноте сидишь, блин? И читаешь какие-то бумажки. Нет, мне не нужно в метрополь. А что же тебе тогда нужно, если не в метрополь? Все, это весь диалог, да? Короче, он типа зараженный. Но его... Ну, короче, вот эта зараза, которая в воздухе, которой мы дышим, на кого-то она плохо влияет, на кого-то она хорошо влияет. Вот он, по идее, поумнел. Он бросил работу, бросил кухню, сел на скамеечку и просто читает газету. И ничего ему в жизни больше не нужно. Он стал счастливым человеком. Так, я вернусь, потому что здесь заперто, а здесь вроде бы еще вот шахта была. Ключ. Ага, ключ, понятно. Сейчас мы откроем эту дверь. А там? А там? А что здесь? Шкафчики с припасами, это хорошо.
Хорошо, что мы вернулись, потому что здесь как бы патроны нужны, еда нужна, аптечки нужны. Все нам нужно. Генри, это Генри, бай-бай. Так, можно на низ пойти. What the fuck? Каких много там. Ой, как он плохо взорвался. Он никого не убил. Но у меня есть идея. Так, голубчики. Красота, да? Реально красиво. Дробаш, конечно, тема. Но в идеале, надо было, чтобы он так взорвался, вот тут огненной чувак, чтобы все взорвались вокруг него. Но так не получилось. Красиво сделать не получилось. Ух ты, что такое? Слушай, я понимаю, но я получаю тут неплохие деньги. Никогда меня не слушаешь. Мне нужно идти, через неделю у нас будет инспекция. Про эту инспекцию на каждом углу пишут. Так, это тупик. Наверх поднимаемся. Страшно, страшно. Плохо. Я потерял пол хп. Так, можно стул взять. Со стулом будем спускаться вниз. Тут вообще непонятно. Что за какие-то огни мелькают. Я не понимаю, нифига. Как же здесь темно. Скулочка, 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 скулочка. На. Запинали всех. Так, почка с огнем. Ее тоже можно было взорвать. Еще какая-то... Ой, блин. Еще какая-то записка... Что-то я кашлять начал. Боб, я уже говорил, проверка будет через два дня уже. То через месяц, потом через 2 недели, потом через неделю. А вот здесь уже написано, что через 2 дня. Ты хоть понимаешь, что если вентиляция отключится, мы все погибнем тут. Вентиляция. Да, походу, вот это какие-то катакомбы, короче, вот это строение, оно под землей. Здесь нужна вентиляция, чтобы сюда подавался кислород, чтобы здесь можно было дышать. Так, здесь ничего нету. Спускаемся вниз. На. Так, запинали. Так. Еще ниже. Тупик. Мы еще ключ не нашли. И... Пароль не нашли. Хотя ключ нам не нужен. Да, там была одна дверь закрытая. Мы ее открыли. Ключ нашли. Теперь нужно пароль найти. Не забудь поставить замок на эту дверь. На склад будет вход только по пропускам. Походу он забыл. Опа, мы на улицу вышли. Это было, честно говоря... Какой звук страшный. Это было неожиданно. Мы идем в другое здание. И кажется, мы здесь были. Или не были. Блин, тут унитаз был. Можно было тоже использовать. Так, его потом с ним поговорим. Сейчас поднимемся вверх. Фух, это успел спуститься. Унитазом я по нему не попал. Сейчас просто проверю все, что здесь есть. Вот пароль наш 8825. Отлично. Ноутбук. Лиза, меня уволили. Инспекция нашла 54 нарушения. Я не буду дожидаться официального увольнения. Уеду отсюда с первым же поездом. Пошли они все к черту.
Все, мы сюда дошли, уже инспекция закончилась. Уже после инспекции. Так. Пароль есть, все есть, только вот с этим чувачком нужно поговорить, и, наверное, мы заберем его к себе на поезд. О боже. Только скорее, да, скорее, поехали отсюда. Уезжаем. Уезжаем, ребята. Такая прикольная станция. Самая-самая мрачная, самая-самая темная станция пока что за всю игру. 8-8-2-5. Погнали. Не знаю, сколько еще станций впереди, но думаю, еще много. Потому что вот эта ветка метро, она реально большая. Но мы вроде бы по кругу едем. По идее, наверное, игра закончится и закончится тогда, когда мы... Вот здесь карта, где-то карта. Вот. Наверное, когда мы по кругу так проедем и вернемся туда, откуда мы начинали. Я думаю, это будет так. Ой, там голодных куча. Что за пипец? Сейчас буду вас кормить. Он сдох, блин. Зараза, не успел его покормить. Так. С тобой еще. Голод. Да ща. Бегу лишь, да, спешу. На, кушай. Только не сдыхай. Так, ты болеешь, потихоньку убираешь. Чувака не успел этого спасти. Ух ты. Я не знаю, я, короче, тело выбросил за борт, наверное. Так, все хорошо, только больные. Ой, тут нужно что нажать. А что клацать? Ага, вот так. Вот так. Вот так, вот так. Все хорошо. Мне нужен врач. Ну, давай сейчас я полечим, блин, чувак. Только не умирай. Сейчас тебя полечим. На, спасибо, пожалуйста. Фух, что-то мы долго едем. Едем мы, конечно, в полной темноте. Наверное, под землей. Потому что фонари стоят. Наверное, они. А там какая-то дверь была. Это метро какое-то. Мы по метро едем. Не по полю, не по городу, а вот именно под землей. Как раз такая ветка метро, которая под землей идет. Вижу, на этой станции еще более темнее, чем на прошлой станции. Сразу выбегает не с пистолетом, а с дробовиком. Готовится к сражению. Так, а где здание? Темно и страшно. Тут вообще какая-то пустая станция, как будто, не знаю, куда в село приехал. Среди поля станция. Нифига нету. О! Тут живые люди есть. И походу половина из них зараженные. Потому что вот в одного чувака глаза белые, в другого глаза белые. Чем больше уцелеет, тем больше мы сможем использовать. Кого использовать? Людей можем использовать или кого использовать? Арманд. Они это прекрасно понимают. Они-то понимают, но я нифига не понимаю, что происходит. Не, ну понимаю, конечно, но не все вот так вот, чтобы на 100%. О, привет. Я же говорил, скоро увидимся. Привет, привет. Я тоже, наверное, возможно, рад вас видеть. Как он попал сюда? Как я попал сюда? У меня есть личный поезд. Сел и приехал. Это место вне чего. Какое-то тайное собрание. Они, наверное, не все рады, что я сюда приехал. Это из-за поезда, я говорил о нем. Не хочешь выпить? Тут осталось немного. Возможно, мне пытаются яд подсунуть, чтобы отравить поезд. Что поезд? Он же везет кристалл. Да не кристалл. Мы типа генератор атомной станции везем. Ядро, точнее, атомной станции мы везем. Кристалла никакого не было вроде бы у меня. Так почему нам не забрать его сейчас? Мы не можем вмешиваться сейчас, еще рано. Ах да, ты на службе. Забыл. Сколько можно говорить? Давайте уже к делу приступать. А он соображает.
Соображаю, соображаю. Ха-ха-ха. Еще и смеется с меня, наверное. Это ничего не изменит, машинист. Да, конечно. Ой, потемнело. Меня выперли? И что делать? Обратно идти на поезд и уезжать? Так, секундочку, я не уеду. У меня ж пароля нету. Ага, вот пароль. Появился. Такая очень быстрая станция. Приехали, поговорили и уехали. Все, едем дальше. Следующая станция. Чух-чух-чух-чух-чух. Мы типа приехали, зарядились и дальше поехали. Так, у нас сколько пассажиров? 4 штуки, да? Да чё он сдох? Я не понимаю. Вот тело уберем. Виски у него было. Он, наверное, бухал сидел. Так, ты еще живой, ты еще живой. Ой, едем, едем, едем. Нужно только одного мужика контролировать, который там чем-то болеет, чтобы он не сдох. Вау, мама мия. Смотрите, сколько этих капсул. Это целый склад этих капсул. Нифига себе. Таких столько много, здесь даже атомная бомба не спасет, чтобы это все взорвать. Вот это да. Вот этому я удивлен, конечно. Столько капсул за раз. Увидеть. Опа, опа, на. Так. Ща, ща, кирпич, чувак. Полечим, полечим. Ой, кислород кончается. Давай. Ща, ща, ща. Ух, 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 ух. Ой, не обращай внимания. Да чё он сдох? Да это пипец, все подохли. У него только две тряпки было. Я на кучу аптечек потратил, кучу еды потратил. Он взял и сдох. Делаем что-нибудь, аптечки. 6 аптечек есть. Патроны, давайте патроны на дробовик сделаем. Все, я готов. Давайте, короче, останавливаться. У меня было 5 пассажиров, теперь только 2 пассажира осталось. Этот бухает, сидит, как обычно. Останавливай поезд, что он нам сказал? Звук такой. Тудух-тудух. 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 Все, приехали. Кто катался в поездах, особенно когда там с ночевкой в поезде едешь. Тудух-тудух. Тудух-тудух. Целую ночь. Вот так тудухкает. Но потом привыкаешь и спишь сладким сном. Так, станция CE07. Сразу можно спуститься вниз. А дверь, наверное, открыта, не открытая. А, здесь только маленькая комнатка, там ничего нету. Так, спускаемся. Заряд 0%. Требуется подключение дополнительного питания. Провода пошли вниз. Нам это питание нужно, чтобы наш поезд зарядить. Сейчас будем искать. Так. Пьем, наверное, аптечку. Перезаряжаем дробовик. Берем пистолет. Что здесь? Скулочка, 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 скулочка. А тебя с пистолета. Ха-ха-ха. Вот так вот. Стул взяли. Темно и страшно здесь. Всю обойму на вас, гады, высадил. А потом он сказал, что на мир опускается ночь. И что он, как и подобные ему, звезды на ночном небе. Это, наверное, те, кто с белыми глазами ходит. Как будто звезды среди ночи. Да уж, это и вправду странный сон. Он был в шляпе и с ружьем. Как ковбой, скорее как охотник. А такого мужика мы, кажется, встречали на прошлой станции. Такой типа с винтовкой был и в шляпе. Он там спал, ничего не говорил.
Но мы его глаза не видели. Так, здесь все, спускаемся. Ничего там больше нету. А, вот же дверь. Как это я сразу эту дверь не заметил? Вот еще один поезд. Наподобие моего. И его какая-то фигня сосет. CE07. Я ж сюда заходил. Это что, параллельное измерение? Или что это? Опять эти сны. Символы каждую ночь. Секундочку. Оно не запустится. А, тут заперто. Помоги. Чем тебе помочь? Мне. Да тебе походу уже габелла. Какое-то сердце бьется. Так, походу он сел у мой поезд. Страшно, ребята. Реально страшно. Так, дробовик. Хорошо, что есть дробаш. Только у него там один патрон остался в нем. Я уже не знаю, что говорить. Я реально иду такой напряженный, капец просто. Так, 4-4, код мы нашли. Теперь нужно как-то питание подключить. Ага, вот аккумулятор. Сюда мы вставляем его. Питание, по идее, пошло. Все, мы можем вылазить. И с этой станции тоже можем спокойно уезжать. Когда все черное, мрачное, так как-то так, это немножко такое напряжение чувствуется, когда ночь. Там мы бегали, там был день, такое так светло. Даже эти черные зомбаки не пугали нас. А здесь темно и мрачно, ничего не видно. Так немножко подпугивает. Он же вообще больной, зараженный. Зачем я забрал его с собой? Опа-на, кто-то жрать хочет. У меня только две еды осталось. Кушай. Кушай, кушай, кушай. Ой. Все. О-о-о. И ты жрать хочешь? Как красиво! Я думал, судя по ядерный взрыв и типа game over. Красота! Вот сейчас уже себя, как бы не знаю, спокойно чувствуешь, уютно чувствуешь. Так, секундочку, кислород кончается. Точнее, поломался он. А что такое? Почему-то рычаг там нельзя было опустить. Да блин, сдох! Короче, вообще, хай все сразу сдыхают и все. Я трачу на их кучу еды. Как трачу кучу еды на их. Они сдыхают. Я вообще никакой пользы не получаю от их. Я уже забирал, не знаю, сколько, блин, там с собой. Людей этих. Хотя у него здоровье там 1-1. Может, его нужно полечить? Давайте его полечим. Ну, не один, не это, не 1-1. А там еще, не знаю, 0,5%. Спасибо, пожалуйста. Может, просто не все на здоровье жалуются, а там здоровье кончается, они просто умирают и все. О, приехали. Так, не то нажал.
еще до станции. Но тут уже день. Мне еще и снег. Мне такие станции больше нравятся, чем эти темные станции, где сплошная ночь и ничего не видно. И смотрите, мы получаем награду. Раз, два, три, четыре умерло, двое выжило. И вот что мы получили. Если бы эти повыживали, тоже, чтобы получить, ну что мы получили, показано. Закрыть. Ну, ребята, пока. Я отдал все, что осталось. Надеюсь, в убежище деньги не понадобятся. Надеюсь. Бабки везде решают. Этого сразу врачи взяли на эксперименты. Ты понимаешь нашу речь? Бла-бла-бла-бла. Наверное, не понимает. Можешь идти. Похоже, что это недостающее звено. Свяжись с Дэвидом срочно. С Дэвидом. Так. С тобой поговорить нельзя. С тобой тоже. А не, можно поговорить. Странно, что ты так долго добирался из Эристоля. Чё странного? Мы там столько проехали много этого, километров много. Ничего здесь странного нету. Тоннель? Да, мы ехали по тоннелю. Пойму, долго ехали по тоннелю. Друг, по пути сюда нету тоннелей. Как нету тоннелей? Мы пойму ехали, даже были станции, которые были в этих тоннелях. Ты должен был проехать через два города и все. Но мне кажется, я больше проехал, чем через два города. Ничего не понимаю. Ну, так нужно где-то с кабинета выходить, чтобы ты хоть что-то понимал. Сидишь там в себя в кабинете и не понимаешь нифига. Что такая-то штука такая странная. Хорошо, мы завершили их. В убежище еще есть место. Это хорошо. Спустись к начальнику, у него есть кое-что важное. Так, а спускаться куда? Тут много спусков вниз. А, они все на все, короче, одинаковые эти спуски. Не забудь загрузить запасы с едой, мы скоро закроем грузовой лифт. Ага, в этих ящиках запасы с едой. А, я понял, это не колесо, это типа крышка, которая накрывает, накрывает убежище. Я понял. Мирное население. 12542 человека. Работники лаборатории. 64 человека. Неопознанные объекты. 1. Так, идем дальше, спускаемся все ниже, ниже. Ну, здесь все хорошо, здесь, думаю, никто на меня нападать не будет. Комната для очистки, наверное. Дезинфекции. А вот, походу, и лифт. 0 километров, 1500 километров, 3000 километров. Нифига себе. Так, мы спустились на... А, на 1500 километров. А, там не 3, там 2000. Или сколько я сказал. Короче... 1500 и 2000 км. Еще одна комната для чистки. И вот, наверное, лаборатория. Ух ты. Славный вид. Это точно славный вид. Даже меня завораживает данный вид. О, здесь растения выращивают. Молодцы, ребята, выращивайте. Пожалуйста, только не трогай ничего. Я не собирался. Ха-ха, понятно, что не выращивают. Блин. Выращивают, и сразу здесь в каморке курят стоять. Курить только в коридоре. Ну да, чтоб никто не видел. Ну и бред. Не понял, что за бред. Так, вот еще одна лаборатория. Здесь, наверное, капсулу изучают. Ага, фотография капсулы. Мало что могу тебе сказать о них, о капсулах, короче. Мы не можем даже определить, с какого металла эти капсулы. А про глаз даже не спрашивай. Ой, сколько здесь всего написано. Ладно, то неинтересно, то, наверное, не касается сюжета. Телефон. Я, наверное, пытаюсь домой позвонить. Занято.
занята. Еще одна лаборатория. Ага. Но у меня бабла нету. Это не лаборатория, это типа аптечки, еда. Это типа такой магазин. Похоже, контейнер с едой еще не погрузили. Ну да, он был сверху. Его еще не погрузили. Шкафчик не открывается. А вот, наверное, центр управления. Только непонятно чем. Совет таки не смог договориться. Представитель чьей нации будет управлять стражем. Какая разница, кто будет им управлять? Главное же спасти планету. А кто им будет управлять, уже без разницы, как по мне. В итоге нам пришлось создать нейтральный управляющий центр. Сколько лишнего времени? Наверное, на это все ушло. А мне уже надоело спускаться все ниже, ниже и ниже. Это склад. Кучу ящиков. Еще шахта ниже. Все ниже, ниже и ниже. Сколько можно опускаться? Я знаю, у нас мало времени. Это управляющий центр для стража. Мы создали его по заказу совета. Твоя задача доставить его в метрополь как можно быстрее. Кого? Вот эти мозги доставить в метрополь как можно быстрее? Странно, что мистер Тортон отдал тебе энергоблок. Насколько мне известно, он больше не на нашей стороне. Возьми моего помощника с собой. Он поможет с подключением мозга в метрополе. Так, мозг забрали. Вот, наверное, этот его помощник. Хорошо, все, поехали. Жду вас на поезде, окей. А мы еще здесь походим. Я вот тут сверху ни с кем не говорил. Нам нужно, наверное, еще ниже опуститься, да? Я так понимаю. А не, секундочку. А я могу на третий этаж опуститься? Нет, на третий этаж не могу я опуститься. Потому, наверное, я сейчас уезжаю. Насколько я понимаю, мне можно ехать. Он уже вижу записку с кодом 6-7. Мы все погрузили. Удачного пути. Спасибо. Поехали. Так, 6-7, 6-8. Получается. У меня есть энергоблок, с помощью которого страж будет питаться. Во-вторых, у меня есть мозги, с помощью которого страж будет управляться. Короче, я везу детали для этого, для стража. На поезде один только ученый. Отличный поезд. Конечно, отличный. Если появляется красная точка, ее нужно убить. Полоска по бокам бегает сама туда-сюда. А я только стреляю. Понятно. Пейзаж поменялся. Смотрите, какой туманный-туманный пейзаж. Но все равно по-прежнему снег лежит. Белый, красивый. Даже не видно, что как будто сюда что-то падало. Какие-то капсулы. Здесь их не видно. Сюда, наверное, они еще не долетели. А вот это уже странновато. Снег и пожелтевшие желтые деревья. Это уже странно. Немножко. Ну и, конечно же, очень густой туман. Опа-на, опа-на. Нифига себе. Ща-ща. Все, останавливаемся. Останавливаемся. И на этом мы заканчиваем видео. Эту станцию мы уже будем проходить в следующем видео. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует. Всем пока. Бабах.